Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Ефимыч, ты куда помогатор мой дел? Вечно возьмут на место, не положь, я по всему сервису ищу. Я не брал. Не брал он, давай машину на подъемник, твою масю. Ну что троит она у тебя? Надо диагностику делать. Делай. Я сейчас в воздушок прыгну, а ты просраться дашь, ага? Ага. Давай. Ну чё? Давай! Короче, третий цилиндр заливает. Свечи поменяю, бронепровода. Спасибо. Спасибо много. 5000 на кассу. Ага. Толик, там гелика пригнали, надо посмотреть. У меня обед. А ты чё, люди серьезные из администрации? У меня обед! Ты видишь? Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Часики бегут, а коробку так и не везут. Выгоняй, патриот! Задолбали в рот компот. Ефимыч, зови клиента, пусть работу принимает. Чё, давай показывай, как ты шумку сделал. Уже показываю. В смысле? Вот так. Ни хера ты ее проклеил. Да ты че, каждую дырочку плавать можно? Ты видишь? Ефимыч, ты куда дверку суешь? Я же сказал, что сам заслонку почищу. Да я че... Лендровер был что надо, вдруг под капотом бум, и вся эта громада летит в металлолом. Чтобы дом не продавать, нужно масло доливать. Чтобы дом не продавать, нужно масло доливать. Линзи, шаровый сход, развал, балансировка, ну все, подвеску мне сделай, короче. Сейчас сделаем. Ну все, готово, с вас 7 тысяч. Ты чё, лоха что ли нашли? Какие 7 тысяч за 2 минуты? Полторашки тебе хватит, ты чё? Всё, я понял, хорошо! Нам китайцы делают кузова, моторы, стойки, линки, клапана, прочие приборы. И стоят они мелочь, но есть один секрет. Сейчас они работают, а через месяц нет. Мужики, поделитесь, а? Ты дышишь?